бы хотелось пригласить следующего лауреата уже на эту сцену. Журавлевская Олеся. Член поэтического клуба «Поиск», филиала литературного объединения «Возрождение». За плечами два выпущенных сборника стихов «Пусти тишину» в 2014 году и сборник «Ирреальность» в 2016. Активно участвует в районных фестивалях, иллюстрирует сборники стихов местных поэтов. Олеся, Олеся. Еще, кстати, удивительно, что с 2010 года Олеся работает администратором официального сайта администрации Кандинского района. Олеся к нам приехала из Ханты-Мансийского автономного округа. Всем привет. Ты правда работаешь с чиновниками? Так получилось. Я всегда хотел узнать, а чиновники пишут стихи? Они люди? Да. Да? Да. А прям стихи, а не рифмы? Вообще-то они пишут постановления. Ну, если их правильно читать, можно и в рифму почитать. В общем, Олеся Журавлевская. Встречаем. Аплодисменты. Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником, Всемирным днем поэзии. У меня для вас два стихотворения. «Дети Севера». Дети Севера спят, а дождливый порывистый ветер за стеной клонит кроны деревьев на юго-восток. Имя каждого спящего в строгом хранится секрете. Отражаясь от стен, чуть доносится их шепоток. Дети Севера слишком давно не ходили на капище. Снится им золотая богиня Канды Сорнинай. Укрывает их сон, будто мягкой медвежьей лапищей. Шепчет, словно лесной ручеек. Вспоминай, вспоминай. Детям Севера снится тайга с вековыми кедрами. Снится им белый мох под босыми бегущими стопами. Золотые бора на грибы и на ягоды щедрые, и таежный дневник, что исписан звериными тропами. Когда кончится дождь, когда стихнет порывистый ветер, когда реки войдут в берега, с глаз падет пелена. Имена, что так долго хранились в строжайшем секрете, вдруг откроют. И мы прочитаем свои имена. И второе. Март краил паруса. Март краил паруса. Строил лодку из дерева гофер. И скользил, и струился в руках его парусный шелк. Я влюбленно смотрела на Марта классический профиль и пыталась запомнить, пока он опять не ушел. Март краил паруса, и меня, проверяя на прочность, то язык отнимал, то учил, как ребенку ходить. Каждый год я пыталась ему написать хоть строчку, но за несколько лет ни одной не смогла посвятить. Я сжигала слова, я все письма бросала на ветер. И летели по ветру бумажные они эскадрильи. Но однажды одно из них Март прочитал и ответил, что краил паруса, передумал